А что если One Punch Man? Ой-ой-ой! Хорош. Успел. Медаль. Давай. Как один удар, не поняли? Тайм. Ой, хорош. Все накинул. Хорош. Ой-ой-ой, да ладно! Давай, слово пацана. Хорошо. A few minutes later. Нет, не живу. Не, ГГ, нахуй. Проиграли. Я виноват сейчас, кнопку неправильно дал. У меня это сейчас отрыжка будет вылететь, как-то. Всем, короче, все, иди нафиг отсюда. Всем привет, дорогие друзья, сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». Сегодня мы, как вы поняли, мы пишем ее снова с Антонио. А сегодня, подождите, так, ты молчи там, да, я так, да, я сделаю. Стрим, идиот. Да что такое? Я не понимаю, что происходит. Короче, друзья, сегодня у нас рубрика «А что если?». И я подумал, а что если... One Punch Man! И сегодня мы будем это делать с Антонио Бандерасом. Антонио, ты тут? Все, можешь говорить. Нет. Я на месте. Он на месте. Короче, сегодня мы будем также фаниться и будем стараться делать Грюаз именно через Слардара на тускарочке. Ну, вы поняли, в принципе, все вот такой вот стандартной стратегии. И я надеюсь, это получится именно нереально фаново, весело. Ну и, в принципе, ну, как обычно, да. То есть то, зачем вы заходите, именно фан, веселье на эти видосы, это должно здесь присутствовать. Ну что ж, не забывайте, кстати, поставить лайк за старание, подписаться на YouTube канал, поддержать ТГшку, ну и залетать на стрим где-то примерно к 19-20 по московскому времени. Каждый день, между прочим, стримы. А если стримов нету, то я в ТГшку оповещаю. Так что вот такое вот дело. Ну что, Антонио, давай, теперь твой выход в окно. Куда? Я уже открыл форточку. Хорошо. В общем, ребята, надеюсь, катка получится интересно. Я иду центральный коридор. Антонио, ну, в принципе, от тебя задача — это чисто амплификация. И что от меня задача? Я сделаю Армалетович, сделаю медальку. Ты сделаешь солярку, правильно? Да, солирую. Вот, и в принципе мы можем даже поменяться, так как ты, в принципе, возможно, не будешь оверфармить, да? Возможно. Не обязательно. Вообще не обязательно. Не обязательно фармить, иди, я понимаю. Иди туда, где тебе будет фармить. Я понимаю. В общем, ну смысл такой, что катка... Я просто про то, что смотри, может быть, успею я Solar сделать, да? А ты сделаешь просто медаль. То есть, ну тут будем посмотрим, как говорится, и... А я думал, ты Дизоль будешь обязательно сидеть. Да, вот Дизоль, в том-то и проблема, что я не хочу его делать. Объясняю, почему не хочу делать Дизоль. Потому что для того, чтобы Дизоль работал, нужно сначала ударить, пробафать и потом бить. В этом смысл. Дизоль конченый. Армор сначала не кидается перед ударом. Нет, да? Нет. То есть тут получается, что ты просто... сначала первой тычки ты пробафываешь, а потом уже бьешь дополнительным уроном в минус арморе, да. То есть тут как бы... Я привык, что в D2, ну, коровый тускар как раз таки с дизолем играет, там все четко работает. Там, ну, там, понятное дело, четко работает, но тут это, как говорится, первая дота, и, к сожалению, проблема в том, что немножко не получится, сразу с первой тычки, да, снимать у нас арморчик, но ничего не поделать. Ничего не поделать. Либо знаешь, как делать... удар, да, и потом панчить. Типа, ну это тупо по мне так. Немножко как-то некорректно. Ой-ой-ой-ой-ой. Что там? О, Слардарикса попался, да? Четверо. Так, я Куру возьму, нам двоим. Ладно. Нам двоим Куру возьму. Дай фарм мне. For my people. Знаешь, что так говорит? For my people. Так, он, кстати, фидер на Слардаре, между прочим. Ну, а для чего я с вами тут, например? Понял. Слушай, а у меня на миду тараканы. Дихлофос есть? Есть амплификация. Я, кстати, тоже. Его, кстати, панчить вообще по кайфу будет. Он ватненький.
ватненький такой. Но на миду я его вряд ли буду убивать. Если только не подловлю как-то. Если только как-то не подловлю. А чё ЕС пришел? Что он хочет от меня? Ой-ой-ой. Прям так четко в тайминг. Четенько в тайминг. Ну ладно. Я тут тоже четенько в тайминг работаю. Что ЕС хочет 90 маны? Он вообще... А чё опять против двоих стоит? Дай пофармить. Какие же они приставучие. Хорошо. Мне бы два крепочка добить, чтобы купить себе батлышку, отрыжку. Как думаешь, получится у меня ботву купить? Когда-нибудь, да. О, вот ее хилку поднеслась вниз, но это плохо. Сори, меня сильно пробили, просто думал успею. Ну ладно, не буду, как обычно, говорить. Тиммейты раки. Идет. Что, ну я ЕСа сейчас... Сейчас могу ЕСа убить, кстати. Хорошо, раздавил его просто комком своим. КАМКОМ! Жесть, КАМКОМ раздавил его. Тускар вообще в этой карте является метой, является имбой, является ванпанчменом. Если вы не знали, ребятки. Так что теперь знаете. Мне бы еще крипчиков добивать. Слушай, как крипов добивать? Альт плюс левый, ой, А плюс левый клик. О, сюда. Сюда. Эту штучку возьмем. Сюда. Блин, ну, не хотелось бы, конечно, хасту просирать. Ботл бы отпил бы. Отпивание. Отпивание. Отпивание произошло. Осуждаю максимально такие шутки. Это только юмор, ребят, это не более. Не более что-то там такое, какой-то умысел, оскорбление или еще что-то. Это хумор. Асу, осуждаем. Всей семьей. Что там внизу происходит у вас? Слышишь, прикинь. Меня, короче, Балнар не догонял, Пуч подтянул его к себе. Ну и, соответственно, Балнар меня войд дал. Это ж гениальная стратегия. Так надо, Антон. Так надо. Так, Хагу. Что? Вот так лучше. Вот так лучше. Чисто сейчас у меня панч будет прокачан. ЕС первый прочувствует силу панча. Вот так налетим. Поехали. Поехали. Все, поехали. Ой, как я давно это не слышал на самом деле, но это просто элитная фраза. Вот так налетим. Так, я иду к вам, короче, смотрю, у вас там весело. Ага, они оба сдохли. Найс. Спасибо. Ну, один еще там прячется. Тандер. Есть такой. Тандер. Оп, хорошо. Пазик есть. Ух ты! Видел, кто-то там побежал. А, у меня тут инвизабилити. Там, по-моему, Лего, да, лесной? Камрон там, Камрон. Так, смотри. У меня, в принципе... Я сейчас начну делать армлетович. И, наверное, я сейчас вардиков куплю. Пойду лесочек постою. Мне бы денаить еще. У меня 17 крипов. На 5-й минуте. Я собрался. Доминейтинг, тебе проблема. Учела Ник. Я тебя проблемы делать. Да, вот примерно так это и звучит. Так, мне нужно купить вардов. Раз, два. И я начну выполнять мету данного персонажа. Именно это фулл ганг, это фулл актив по карте. И постараюсь сейчас прям очень жестко их загнобить.
Чтобы пацаны были шокированы. Шакира, Шакира. Опа, здорово. Мегау. Клёкс. Клёкс. Бло. Клёкс. Кто такой Клёкс? Так, хорошо. О, здорово. Ерсбрукер. Давайте панч сделаем Ерсбрукеру. Раунд. Ладно, гоу. Вот так сделаем. Оп. Тебе и проблема сделали. Хорошо. Слушай, могу, в принципе, наверное, лучше медальку, наверное, собрать сразу. Медаль. Мне кажется, будет прикольно. А с другой стороны, минус армор без дэмэджа, но мне кажется... Эх ти. Давай я сделаю армлет все-таки, как и хотел. Ну, типа тебе солар, либо медальку, что-то одно из двух по-любому же, да, придется собирать? Да, 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 и по-любому медальку соберу, либо в солар апну, посмотрим по золоту. Но сначала, наверное, армлет все-таки лучше будет. Потому что это хотя бы дэмэдж, сотка дэмэджа плюс... под критулечку, да, там все качественно, красиво, аппетитно уложено, щедро накрытый стол, да? И щедро накрытый стол. Отлично. Так, у меня на меду никого нету. One Punch Man. Пуч. One Punch Man. Нормалин. Тебе, кстати, по кайфу, чем быстрее ты левел проапаешь, да, тем лучше, там минус 20 армора на 16-м. Да. Это надо. Это деду надо. Но лучше, мне кажется, сначала начать по стандарту какому-то там. Да, герочек, да, такое. Герочки. Старого деда. Я не знаю почему, Тускара первый спел на 85-й карте, он просто имбово дамажит. Что-то он поломанный просто какой-то. Так, у меня есть армлет, товарищи. Товарищи, пойду легиона на клокну. А, у нее там жесть этого арморчика. Клёк. Фига там на топе висели. Щиток в помойку. Давай, давай, давай. Опа, я готов. Пойду тушану кого-нибудь. Я готов. Да, господин. Угу. Один готов. Один готов. Пойду второго в лесу нагнетать. Турбонагнетатели включены. Оп, блин, жалко, не закрыл. Турбоузурпатор. Что? Турбо... Узурпатор. Узурпатор, что это такое? Что это за хрень? Что это? Почти как угнетатель. А, я понял. Так, ну я вроде загангал их. Вроде заганглян. Сейчас медальку. Медальки. Медальки. Не Посейдон, надо было ему написать никнейм, а Посейдно. Посейдон. Посей Дон, посей Волгу, посей... Кстати, Крек еще ни разу. Наша таричка тут причем. Камон. Зевса ни разу еще не убивал. Ну, Зевса, наверное, панченем именно, да? Опа! Вот так вот. Ну, панч. Панч уже был. Кстати, Вивер панч получил, да? Малик. Майлк. Майлк. 79 лов. Панлисточек сразу. Но мы, наверное, таки еще одну все равно пойдем. Там посмотрим уже. Так, смотри, я возьму медальончик. Хочешь мне сейзи-килл сделать? Да, гоу, я ТП дам. Сейчас рунку заберу. Тут даже там, если он не уйдет. Что там, у тебя все есть, да? 10 арморов. Покури. А, так у него хп нет, нифига. Гоу. Там просто амплификацию закинь ему. Он... Жалко, конечно, он не фуловый. Оп, давай. И там и так у него хп нету, там столько дамаги будет.
Вот эти ласт-хиты, да? Вот, как обычно, знаешь, там соревнования. Ты отменяешь тычку, так знаешь. Ну, машинально даже не думаешь о том, что нужно за ласт-хит, а просто машинально тычку отменяешь. Так. Это прошивку просто вбито. Да. Ви все крюзюя, да? Крюзя. Том Круз, что ли? Так, ставим. Все, я, короче, пошел бегать с тобой, с Дайгером. Оф! Зевса убил с фулл хп просто. Панчнул. Давай, да, погнали. Поносил им эту катку немного. На контент. Я сейчас тоже... Кстати, я, наверное, Solar куплю. О, НС, конечно, очень жирный. Ну, давай НС попробуем. О, снял. Дисплелил. Сейчас еще кину. Да, вот так вот сделаю. Кинул. Поехали. Немножко не по плану пошло. Убило. Давай вот так сделаем. Оп. Правда, фулл хп чел улетел. Космос. Это космическая программа от Илон Маска. Подожди. Всех дай соберу. Ты можешь всех дособирать, чтобы никто не смог добить. Да, и чтобы я добил. Классика. Реально. Так, соляру купили. Хорошо. А я медаль куплю скоро. А чё кол? А чё кол, говорит. Чё, ну мы их зажали, да, походу? Как прием славянский вот этот. Вот этот, зажим яичками. 10 армора, 20 армора. Да, это жестко. Это жестко. Все, походу, наигрались. Стоят, втухают. Играли, играли. Наши пальчики устали. Нафидали. Опа, ничего себе ты там прыгаешь, смотри, какой. Кинешь там кому-нибудь кнопку? Давай, я тебе кину. Чуть подзамедлю. Ух, и заюлил он, прикинь. Хорошо. Ну, пойдет, в принципе. У нас какие-то киберкотлеты. Кокон какой-то у нас на пуджит. Кокон. Надо их покикать на next. Такие нам не нужны. Да, или, типа, неинтересно, наоборот. Когда команда играет, нужно, чтобы вдвоем тушили. Кюрядау, кюрядау. 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 Так, ну что, пойдем шотать. Я вот здесь варник поставлю. Там это, рейсаешься? Давай, поехали. Да я не умирал. Бегу на мид. КП там поднять. Прикольно, Зевс там и этот... Там, на короче, на кого кинешь, что угол. Ну, Зевс так лопнет. Да, когда, 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 когда? Когда, когда, когда? Ну, там и так бедолага, у него нету армора. НСа, мне кажется, даже можем попробовать хлопнуть. Как думаешь? Я не помню, сколько у него там... ХП, армора 10? 7 армора у него. У него 7 армора. Я сейчас еще демонейдж куплю, но я фулл дамаг буду. А, рапира, да? Я понял. Конечно, с рапирой ты что там любого шотать будешь? Ты что, дорогой мой? Ты что, сынок? Сын мой, когда ты родился? Лиса Лордерона прошлами прошептали твое имя. Аркадий! О! Давай! На него двойное. Двойное уничтожение. Ой, мне сейчас, походу, тройное уничтожение сделать. Ну, немножко подсейвись, у меня сейчас... Я дал тебе армор. Да-да-да, окей. А, не, я... Нормально, 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 деремся. Или нет? Оп. Сбивает дагер. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. А, он подурной. Вау. А, кстати, я тебя мог засейвить, но не додумался, сори. Ты не хотел, я знаю. Не, просто что-то как-то это... Да, первая игра, это всегда разыгровка, на самом деле, потому мозги не работают. Да, да. Че-то там, че-то. Ну, че там, кого, понял.
Well. Камон. Окей. Ребят, ну первая катка вообще, как и в прошлый раз, получается у нас наилегчайшая. Получается. Туск Д. Сам ты Д. Туск Д. Это витамин такой. Новый Туск Д. Компании Эвалар. Что? Туск Д. Что это за хрень вообще происходит? Извиняюсь, ребят. Так, ну что, Туск Д, давай, кто там? НС в миду, кого? Килл любого. Ты где? Давай, Туск Д. Я внизу. Ну, я бегу в гущу. О, я его почти сам убиваю, Баланар. Слышишь? Почти сам убиваю его. Там с тобой, с твоей амплификацией убиваем любого. Туск Д. Кто там есть? Где ты? Туск Д. Блин, ну, минус один игрок. Да, да, неинтересно. Next сыграем еще одну. Next по-любому будет контента. Давай вот так купим, чтобы видно было. А зачем тебе мне видеть, как говорится? Можно еще вот так вот сделать. Я для тебя, хочешь, вот эту штучку сделаю, да? Да. Это... Ты это для меня, а я амплификацию для тебя. Конечно. О, Ерсбрукер. Блин, сбил. Он даггер сбил. Ах ты. Ох, пуш. Я закачусь. Он снял с него, но я его все равно убиваю. Ух ты, давай. Ой-ой-ой. Хорошо. Мими мастер. Смотри, Балнар что делает. Тупица. Побайчи его на курьера. Он сейчас тебя захочет убить такой. Я просто мимо проходил 2х, да? Мимо проходил. Хорош, написал. Хорошо. Я варды дропнул там на этом. Я ТП сдам. ТП дам и ГГ. Пидор. Миля тогда выдал. Я просто мимо проходил. А, жесть. Так, я так понимаю, озвучивать, что он написал, нельзя. Зор. Зор чисто. На все любые вот такие, просто зор пиши и все. Да. Там все понятно, да. Красавчик типа. А я еще знаю, Еркек. Еркек. Чисто Еркек. Зор, Еркек. Где там? Давай, килл любого. Ты где ходишь, Тарканелла? Внизу. У тебя как будто этот мотор завелся внизу. Вон, давай этого Баланара. Хамеллу вот это. Я иду. Оп, ты кидаешь что, кнопку, накинул? Да? Накинул, хорошо, я покатился. Оп, здорово. Ау, вообще жесть. Как же улетают хитчпоинты. Хетчпоинты улетают. Хетчпоинты. Вау, я стилер Би. Ты тут Скарк Ди, а не стилер Би. Давай, наверное, закончим эту катку, да? Тут, по сути, как-то тухловато. Постараемся спушить ее по фасту. По фасту спушим ее, эту игру. Давай. Давай за жизнь. Давай зажигай. Зажигай, дядь. Хорошо, так, ну мы сейчас, я так думаю. О, это кто так такой хитрый? Куда прилетел, чувак? Смотри, суицидник. Ой. Вот так напишу. Да, это планы. Мне конец? Нет, он только давал Зевс. Внизу. Так что еще секунд 40 есть. Транквилла делает свои вещи. Мне кажется, я даже сейчас своим минус армором могу соло панчить, кого хочу. Фит? Фитнес. Так, ну что, я в принципе готов.
делать овны G. Мне, я так думаю, все равно нужен дагер после солара, потому что с тобой нужно как-то более резче комбинить, не закатываясь, а немножко нужно так, поагрессивнее, я ты так думаю. Вань Панчмен не только сильный, он еще и быстрый, моментально к человеку телепортируется и бьет. Да, так что поэтому дагер нужно... Дагер нужно сделать, просто тут рапир, через рапирку тут сыграем, а там через дагерочек. Что-то он слабенький Балнар какой-то, да? Умирает, пока да. У него просто ник оправдывает его действия. А я не буду закатываться под десятерых. For honor. Я просто пошел лайн купить, чтобы закончить это. Да, согласен. Опа, ничего себе. Лего хочет меня убить. Спасибо. Дэмэджа мало мне. Берет, убивает меня. Под дуэлью. Так, ну мы ломаем центральный коридор. Ребят, в общем, первая катка у нас получилась максимально неинтересная, но что-то, да, какие-то красивые моменты были. И мы поняли, какие нам нужно сделать моменты. Да, вот нужно дагерочек там, вот эту вещь всю. И сейчас на next катку мы это все немного улучшим и сделаем прям максимально интересный геймплей. Я так думаю, интересный геймплей будет. И будет все по кайфу. И у меня нету актива там. Дагерочков нету. Дагербочков нету. Чисто просто мимо проходил типчик. Хорошо. Вот эти зиккураты пополомать. Ух ты! Это предупредительный был, да? Смотри мне, смотри. Смотри мне, не подходи, а то вот видел, что будет. Ух ты, больно. В скобочках нет. Хорошо. Так, ну в общем, смотри, что у нас получается. Идем заканчиваем. Вон, НС опять идет. А я на низ улетел. Изи. Изи панчи. Просто не чувствует герой мой никого. Dead inside, что ли? Он дед внутри просто у него. Он уже ничего не чувствует, от всего отрекся. Я просто хожу и по одному ударчику делаю, и все. О, наконец-то. Я надеюсь, это в крайний кто ФП не писал. Нет, жалко. Очень жалко. Очень жалко. Жалею, Тускара, нельзя такую его ульту зарядить, чтобы чувака прямо из игры выбило. Вот только что из игры даже вылетел. Я просто по одной тычке хожу. Я как будто играю с ботами, я не знаю. Это жестко. Просто по одной тычке ходишь, раздаешь всем. Ну, Балонар, конечно, конч. Терпеть не могу таких челов. Возможно, даже это какой-то хейтер-подписчик. Типа, Кенди! Вот этому кинь кнопку. Спасибо. Ломаем ГГ. Что ты хочешь? Зачем один? Я не знаю. Оп, писурница. Хорошо. Это вообще бред какой. Рампочки даешь. Все, ГГ. Короче, ребят, первая катка у нас какая-то максимально странная. Погнали некстовую. Я надеюсь, она получится намного интереснее. Ну и нужно немножко попотеть. В целом... Let's go, все работает, можно тестить. Так, ну что, ребятки, некстовая катка поехала у нас. И сейчас мы продрафтим, сделаем небольшой драфиш и погнали. Надеюсь, эта катка будет интересней. Надеюсь, да, она будет интересней 100%, и других мы не имеем. Реально, я вам отвечаю. Будет Валруш Пунч.
Пунч. Немножко сейчас улучшим стратегию игровую. Просто первое мы как бы, да, потрогали, подошли, да, потрогали немножко, как поправильнее будет сделать. А сейчас уже будем делать такое, что вот прям вот уже расчувствовали все. И уже понимаем, как будет корректнее и правильнее это все делать. Поэтому как бы давайте, ребятки. Спасибо всем за лайк, спасибо всем за подписку. От души, пацаны. Будем двигаться дальше. Так, смотри, там виндрочка. Ну, у тебя панч пробивает виндран. По-моему, да, кстати. Я да. точно не помню, но, по-моему, пробивает. Пофиг на промах на этот. Да, точно, пробивает. По мартретке всегда залетает. Ни разу не было такого, что по мартретке не залетело. Есть такое дело. Тут почему-то считается с пылом. Да, магия, именно применение магического какого-то применения. Ну не суть. Короче, пацаны, каточка у нас заряжена, у нас все начинается. Антон, ты заряжен, да? Я мид. Мид. Хорошо. Я только вольт выпил, куда мне нибудь не заряжен. Ты сейчас вообще... У тебя я... мотор там. О, блин, Рикимар вообще не очень. Хотя... Ну, вообще-то, это, ну, как бы, ему только появиться. Да, только получить. Появиться и все. Либо придется где-то под вардами доловить. Но не суть. Короче, смысл в том, что в любом случае One Punch Man выходит прямо сейчас. Погнали. Так, смотрите, дефолтный затар бомжа у меня. Я пошел центральный коридор колотить. Лайфстиллер. Это закуп называется закуп бомжа? Да. С манго. Да, манго, чтобы подспамливать, там, подзабивать. Половину хп сносишь и вообще изи. Слушай, тут написано на шардах 280 дэмэджа, при том, что это магический урон. Шарды эти дамажат настолько жестко, что они вначале раскачанные почти убивают фулового крипа, который выходит. Вот отсюда, понимаешь? Он, короче, как, не рейнджового, а этих обычных. Там, ну я вот не знаю как, но, короче, он очень багованно работает первый спелл, и поэтому очень много дэмэджа от него. И не знаю, почему так, но это реально так. Trust me. Сларк на меду, ну немножко тяжеловато будет с ним. Первая дота, я тут ничего не удивлен. Ой, да тут много каких приколов бывает. Вот у меня недавно был момент, короче, я на траксе, апаю 6 левел, начинаю некро задрачивать первым спеллом, а он как побежал, как будто у него ускорение какое-то повесилось, понял? Как будто 522. И, короче, он убежал просто под стрелами под моими. То есть ты его наоборот ускорил? Да, то есть я его со стрел ускорил, но его при этом в момент, в тайминге, именно тавр дал камнем по голове, и я стрелой дал. И вот, и возможно оно как-то сложилось так, что... Ух ты, смотри какой, ух ты. Ох, как тараканов кидает он. Пошел ты. Вот тут можно, в принципе, вот так вот сделать, я думаю. Зажал? Да. Сделал славянский зажим. Славянский зажим яичками. Ох, какой торрент. Слушай, ну это синергия. Симфония скиллов. Но я за ним бегу, сейчас дам. Да, правильно. Беги по двоим даже дам. Оп, мое. Хорошо. Вот этого, кстати, тоже можем. Больше сейчас, нет, Сана. Сейчас закрою его. Одна тычка. Ой, как ты ему тыкнул. Красава, бро. Лучший. Люфи, ряк. Главное, чтобы после этого не было. Тун! Понял, да? Это такая классика, я тебе отвечаю. Тун! Виталий такой страшный, знаешь, как колокол в удар, как будто знамение какое-то страшное. Помнишь это, как с Милей в 1v1 играли мы, короче? ФБшка делается, ФБшка тун! Да, я не помню. Миля психовал постоянно, монитор кулаком бил. А, да. Я думал, ты про эти бородатые времена что-то не вспомнил. Это было жестко. Камон, диджей. Ой, жесть. Тун. Вещусь 3, да? Парень пишет, вещусь 3, да? Нет, мы немножко укаканы. Так, смотри, короче, куру не трогай, да, мне батлыгать чуть-чуть. Давай. Не побит. И в этот раз я тебя не забаню. В прошлый раз я тебя грозился забанить, не забанил, даю тебе второй шанс. Абитуриент. Я исправляюсь. Исправлятель. Я не добиваю, ох, добил. Она меня надрачит, короче, на виндрочке, но у нее хп, посмотри, ее хп и мои хп. Чисто вот это она меня просто... Я там один шарт кинул, и все, больше я не трогал, ее крипы убивают просто.
Куру открой, алло. Пидиди. Не будет тебе курьера. Знаешь, невежливо попросить. Там, брат, дай, пожалуйста, курьера. Очень нужно. Надо написать, куру открой, алло. Понимаешь, да? Вежливость. И зашел в мой дом без уважения. Да. В, вежливость. П, пошел. Одобряем. Одобряю, не осуждаю данные привилегии, стратегии. Товарищ Виндрочка, жопку подставьте, пожалуйста. Слушай, ну Виндру намного тяжелее будет убивать, чем тех, которые я там в прошлой катке убивал, потому что Виндра это как-никак промакс би. Оп, раздавил женщину своим большим коком. Авторитетом. Авторитет. Смешно звучит, авторитет. Ух ты, это фидиш там, да, что ли? Хватит фидить. Подставные игры. А, постановочные игры, я забыл, кстати. О, там чел лес слил. Ай, жесть. Что за лесной болван? Лесной болван. Я лесной болван. Лес, которым управляют. Это получается Фуриона лес. Это пеньки. Вот о чем речь. Почему пеньки? Сам ты пенек. Пень старый. Пенсионер. Пенсионер, прессонер, ЗБ. Есть пенсионер, а есть прессонер. Ах, не доби. Я буду старым. Называйте мне не пенсионер, а герокоптер. Геролёптер. А, блин, не могу крипов добивать. Дай мне по голове, пожалуйста. Да отстань ты! Ты, блин, на Виндре, конечно, профессионал доты, я побаиваюсь его. Что говоришь? Куру понес пока что. Давай. Прессонер ты. Пресс-папье. Жерди-парде. Папье де маше. Папье-маше произошло. Вообще так легко ее убил, хз. Тускар герой для ленивых, как и СФ. Если умеете немного лосхитить, да? На СФ можете ногами играть после 7 левела. То же самое на Тускаре. Умеете чуть-чуть лосхитить, вначале пролосхитили, потом овните всю карту. К сожалению, такой герой, ребят. С этим ничего не поделать. Так. Смотри, какой наглый внизу там. Ну я фармлю... Армлет, короче, дальше. Блин, не могу добить. 22 крипа на 5, в принципе, нормальный КС. 22 на 5 это половина. 50 главное сделать. 50. Знаешь, что единственное тут плохо? Это Сларк, который будет отжираться на ракушках. Он еще и снимать будет. Он снимать будет еще. Да-да-да. Это единственный... Блин, да что ж такое, дед промахнулся, я не вижу. Слардар, поверь мне, я тебе уничтожь би. Ты поверил ему уже? Я верю. А, все, вопрос. Пацан сказал? Пацан сказал, пацан нафидел. В жизни так бывает. Хорошо. Там лоу-хэповый акс бегает. Слово пацана. Вот это, кстати, ты нажал, ну, эй, понял, блин, нашел на что надавить. Я знаю, на что надавить. Если пацан, прожмешь ульту шейкера под колодцем. Вот ты напомнил, конечно. Ребята, предыстория данной шутки. Короче, очень давно, когда там лет, наверное, так эдак 15 назад, когда мы играли, можно сказать, я приходил вот к Антону домой, да, приносил свой ноутбук, приносил свой стационарный ПК, мы собирали все это, настраивали и, короче, играли втроем там по Bluetooth и плюс LAN я проводил и, короче, все это было очень круто и интересно, втроем играли. И, короче, меня постоянно брали на слабо, я играл на ES, помню. И, типа, там такая фраза была, если, типа, если пацан ультани на базе, мне приходилось ультовать на базе, тупо потому что, ну, вот так надо, потому что вот слово пацана, типа, знаете, вот эта тема. Типа, Аркадий брал на слово, типа, думаешь, я не прожму, да? Типа, я прожму. Я прожму, и в итоге прожимал. Это, на самом деле, это очень забавно было.
Блин, вот по кайфу, да, вспомнить такое время. А что там происходит? Почему Акс не уходит никуда? Или он в таверну? Он думает, он Акс. Акс эффект. Не, он хотел просто в таверну побыстрее телепортироваться. Вот таким моментом. Ну это бан. Слядар норм фармить. А, уже съезжает с темы, смотри. То есть он уже не хочет тебя выиграть. Не знаю, это что-то, это какое-то оправдание, что ли, звучало тому событию, которое сейчас произошло, я не знаю. Не, ну типа он это... Если, и, Антон, если, короче, смотри, проверка тебе сейчас будет. Если пацан крашишь землю. Если что? Если пацан землю крашишь. По-любому. А-а-а. Всё, я понял. Не, ну изи, байт, изи. Слушай, вообще. Не, ну это, конечно, не так, как развести на ультшейкера, но все равно, наверное, все равно приятно. Что там делаешь на Сларке? Домой лети, дядя. Что там происходит? Вообще обнаглевший на Сларке, конечно. Он думает, что он сюда пришел, и он тут свой. Ты чужой. СПС. Инзи, брат. Инзи. Так, у меня половина армлета есть. Это говорит о чем? Что скоро мы начнем. Я смотри, как сделаю. Сделаю армлет и даггер сразу. Это будет максимально профитно. Профидно. Короче, давай. А я, короче, пошел ромить. У меня медалька есть. Да, есть. Я с тобой еще буду бегать. Че, она без виндрана, что ли? Лол, она без виндрана. Откуда у нее киллинг спри? Кого она там накиляла? Не знаю, рулетка 16. А, у нее киллинг спри выпал по рулетке. Понял. Короче, я, кстати, тройку не буду максить. Не буду тройку качать. Пока что. Я в плюсы выйду. Пусть будет стат побольше, дэмэдж побольше. Кик. Кунку. Давай вард куплю. Я варды куплю. И пойдем, можно будет в лесу засесть. У тебя уже медалька есть, да? О, давай начнем уже. Есть армлет. Можно по чуть начинать. Пойдем в лес сейчас, Найкса найдем, окей? Да, да, да. Хорошо. Пойдем. Пойдем. Армлет летит. А это убьем на миде? Да, можно, у нее виндран нет. Просто амплификацию кинь ей. Ну, пармор кинул. Хорошо, это one punch. Отлично. И вообще пофиг. Пошел лес вродить. Я беспалевно, вот конечно. Нормально, нормально, ничего страшного. Так, next дагерочек будет. Там Сларк, конечно, наглеет. Наглеет. Смотри, я чуть-чуть фарману на меду крипочков, пока руна не вылезет. Только слегка, не переусердствую. Я чуть-чуть, Антон, чуть-чуть совсем. Хорошо. Что там у вас, драка? Вы с Лордариксы, да? Ух ты, смотри, прыжок. В смысле, если накинешь ему, я его, по идее, убиваю сейчас. Жесть, как же много демейджей. Демонейджей? Брат, дай, пожалуйста, руну. Спасибо. СПС. Внизу, смотри, какие наглые. Погнали, погнали, погнали. Я на хосте бегу. Ты чё там? Не на ТП. Давай, на ТПшке, да. Сразу Рики кинь. Во, отлично, красава. Красава. Можешь Рики, в принципе, попробовать забрать. Я бегу. На ноге. Смотри, что делает. Но он под тучку будет пытаться убегать. Он два раза, блин, канулся, чтобы, ну, задоджить мой... Я понял, понял. Но у него скилла все равно не хватит. Немножко. Ты в любом случае переиграешь. Я тебе жопу помажу. Оставайся. Давай, давай. Ты сейчас, я тебе два этих даю, у тебя транкил подрубается и все. Ты, в принципе, фуловый. Follow my cam. Так, у меня почти даггер. У тебя тоже полторашка, да? У нас золото одинаково. Ну, вард уже сняли. Ничего, ничего, сейчас займем позицию. Хорошо. На миду двое. Давай Т-шку, наверное, выйдем. По чуть поколотим. Почему бы нет? Ух ты, смотри, какая туча. Ты типа поднасрал, называется. Я ставлю центрик. Может, он здесь покажется? Если покажется, он же понимает, что чем ему это грозит. Вот примерно вот этим, вот этим. Что ты делаешь? На Рикимару. Дядя. Дядя, не надо. Так, у меня 2-100. Я пошел на руну. Быстрее, 6 дашь. Потом с Ларка начнем хейтить. Прям ты прыгаешь, крашишь, даешь и шотаем просто. Хорош, ну доминируем пока. Я рунку подожду. Пофармишь, да, там пока чуть-чуть?
Те копейки вообще остались. И у тебя скоро еще и 11 будет. Нормально работает. Чтобы 6 давать удобнее. Чест. Не 6, а чест. Чест дай. Расслард. Я тебя буду Расслардом называть. Вот тут лайфстиллер сейчас будет колотить в эншентах. Расслард Бишкеков. Расслард. Ой-ой-ой. На меду драка началась, дядь. Слушай, я готов. Тебя там 1900, да? Хорошочка. Ну, я могу, я бы дофармить тут и потом смещаться. Да, давай, я тебя подожду. Это просто деваур кидает. Да-да-да-да, он кушает. Я в миду кого-нибудь сейчас шотну, и как раз как ты там сообразишь, мы начнем. Так, ну это иллюзия, по демеджу видно. Just an illusion. Ладно, возвращаюсь, там Акс идет, Акс эффект хочет попробовать. Если ему амплификацию кинешь, просто он там... Ух ты, так... никакой врыв опасный! Еще и комбо-вомбо! Кинь Аксу, да, кнопку, спасибо. Я еще на Акс кину. Поехали? Угу-гу. Достаню сразу. Ух ты, я отойду. Хорош. Нету панча, но сейчас будет. Я ее шотну. Иди, в принципе. Все кину. Есть. Все есть, кину, да, накинул? Хорошо, шотаю. Ой-ой-ой! Блин, как же это мощно. Ну это на вставочку. Вообще жесть. Очень много демейджа. Так, ну я могу медальку сделать еще. У тебя, а, у тебя даггер, да? Хорошо. Есть даггер. Отлично. Дабл демейдж. Дабл демейдж. Чё? Почему мы это вдвоем начали говорить? По-моему, мы деградируем, тебе не кажется? Чё, по телепорту и на низ? Го-го-го на топ. В смысле, на топ ты хотел сказать? Ну, на топ, да. На топе драка, да, на топе драка. Я на Т2 делаю ТП. Покидай пока там кнопки кому-нибудь. Вот здесь кто-то был. Там этот, Рикки был. Чёрт, ладно. Чёрт. Гем, что ли, купить? Да, мне кажется, можно. Почему нет? Давай, знаешь, что сделаем? Вот так вот я сделаю. Погнали, вот здесь пройдемся, расставим все эти капкановичи. И будем душнилить. Окей? Давай, давай. Погнали. У нас два даггера. Постараемся, знаешь, как сначала дистанционно делать. Если цель не такая, вот с Ларка, например, надо через краш. По-другому не получится. А Найкса можно попробовать подловить по кнопкам. Чуть-чуть, то есть он будет втухать. О, смотри, смотри. Прыгаешь, если что. Хорош. Медаль. О, красава. Жесть, сколько дэмэджа. Гем покупаю. Давай. Как один удар, не поняли? Вот это то, ради чего мы здесь собрались, ребят. Как один удар, не поняли? Там даже прям на превью можно написать. Вот никнейм вот этого Рикимару. Как один удар, не поняли? Это же One Punch Man, что ты хотел? Ты думаешь, тебя щадить кто-то будет? Кому ты нафиг нужен? Так. Самый сильный. Самый сильный. Кто там в миду? Виндра, гоу. Сейчас, я только далеко. Подожди. Мне гем летит. Накидывай. Надо успеть кинуть. Хорош. Есть, да? Оп. Чисто сзади. Валруш произошло. Видел. Сралк. У меня КДшка, правда, вот тут. 8 секунд. Но мы поймаем сейчас его. Сейчас поймаем его. Стоит опять. Подожди. Подожди, дядя. Ты куда? Вардик. Дядя. Хорошо. Не надо, стоит, дядя. Думаю. Замутишь? В чем дело? Есть топор? Ага, найс. Пойдем вот сюда. Сейчас вот где-нибудь вот здесь на перекрестке поставим. Перекресток! Перекресток. Подожди, перекресток, заваржу. Подожди, заваржу перекресток. Там по-любому кто-то под тавером будет сейчас. Вот он где-то вот здесь вот. Ты можешь, в принципе, занаглеть, если что? Я прогрызу вот так. Грызи, грызи, на гранит науки. Кто-то был под тавером. Кто-то был под тавером. Сейчас мы залезем. Закрысим. Нифига себе, ты кушаешь деревья. Внизу там что-то суета. Акс там. Слушай, короче, нету никого. Я хочу прочекаю вот так. Да, давай. Внизу трое, слышишь? Тут нету никого. Я никого. Лол, а кто-то был. ТП, да можно? Дай только вард тебе. А, нету. Ну я скинул. Разбей тогда нафиг его. Пойдем на этот, вот сюда. Давай, ТП даю. Хорошо, синергия поехала. Ща мы покажем, как не надо делать.
Один во вражеском лесу. Оба должны. Детектор. Вот где-то здесь Акс должен быть. Если что, через Краш у него даггер. Ага. Вон, лайфстиллер. Ага. Амплификацию дашь? Я попробую. Я далековато. Мяу, еще мяу, раз мяу, надо будет. Да-да-да. Хорошо. Не достаю. Да е-мое. Иди сюда. Мне он надо было, на крипов вниз обходит. Да, мне нужно было... Оставь, оставь, оставь. Прогуляли. Надо было, знаешь, что мне делать? Закрыть просто его попытаться. Хочется именно чистый панч, понимаешь? Я понимаю. Прям на вставочку. Давай тэшку сломаем, может, как думаешь? Блин, на топе опять суета, там Рики бегает. Сейчас они сами, да, по идее, может, сюда стянутся. Да, стянутся, я думаю. Ладно, начнем качать тройку. У меня гем и... Опа. Опа, мне... это что такое? Тебе, походу... Они меня видели. Видели? Да, они сюда намеренно зашли. Гем выпал. Я вижу, вижу, вижу. Я заберу, наверное. Если она меня только не подвяжет. Ну, пока что живу. Под арбой, правда, хрен переормлет. О, здорово. Ой, переормлетю. Ну, гем... Воу. Гем останется, я там не варю. Хорошо. Можно было попытаться как-то забрать, но... Мне кажется... Соу опасно. Да. Это было тактично. Тактический фит? Ну, они очень грамотно. Вот тут, походу, вот тут вард может стоять на клифе. Я сейчас буду чекать. Ну, потому что там... Может быть и МХ, кстати, тоже как вариант. Потому что еще МХ не вымерла на Айкапе. Че, через краши работаем? Вон, смотри, какой сладенький. О, бегу, бегу. Кстати, у ВР-ки гем. Можно еще вернуть. Да, выбьем, выбьем. У этой лотар. У него лотар. У меня есть семь. Просто крашни его и все. И амплификацию. Вот и все. То есть тут нефиг делать. Слушай, ну мне кажется, рапиру в этой катке очень опасно делать. Да-да. Ну, может, под конец. Да, под конец только если. Но ванпанчи делаем, потеем. Катка, кстати, интересная. Оппозиция имеется. Позиция имеется. Вот мне кажется, вот здесь на клифе стоит, наверху на самом. Понял? Туда иногда так ставят. Где? Это вот, вот, вот там вот. Дай контроль. Где-то вот обычно вот, вот сюда тыкают, понимаешь? А-а-а. Вот, и видно весь магазин. То есть это видеонаблюдение в магазине. Так, окей. Я сейчас тут центр воткнул, может, перекинуть. Давай, да. И я бы такой вообще попушил бы. Немножко. Надо пушить, потому что... В лейте они в любом случае могут раздать неплохо. А у нас пока время, мы панчить можем, потом ребята пододенутся, левела будут, немножко потяжелее будет это делать. Потому что я так смотрю, команда у нас вообще не суетится. 1-4, 0-7-0-3. Это нормально, кстати, то, что я хотел. Так, тэшку казним. Хорошо. Я попробую заварить. Опасно очень, так смотри. Так, у меня 5000. Я, наверное, кирасу сделаю для бафа. О, кто там? Да-да, гоу, 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 кидай. Кидай все кнопки. Хорош. Слушай, я кирасу бахну. Просто. Давай. У меня золото как раз есть. Пойду на топ, ТП дам. Погнали по их лесу и тэшку вот здесь вот. Как думаешь? Да это обязательно надо. Все еще стоит тышка. Да, гол. Хорошо. Я на миде пачку пропушу, большая. Давай. Ты тоже это сделал? Не, я не писал. Пицка ФК. Так, я готов. Смотри, в лесу стоит сладенький какой. Фармью и тут. Подбегаю. С мида подбегаю. У него БМ-ка-то. Он с МХ. Слышишь, он... А, вот оно что. Я немножко покручусь пока. Хорошо, так сделаем. Кинешь там или кому? Сларку можешь. На Найкса кинул. На Найкса, хорошо. Блин, ну ладно, я уже дерусь. Но я умер, кстати, тут. По-моему, тут без вариантов. Да. 2x5. Хотя, может, и живу. Может, да, не успел. А, он как будто задиспелил, да? Ну, пока не буду пытаться армлетить, потому что арба, когда висит, хрен поармлетишь.
Блин, я хотя бы стрик. Просто не хочу стрик отдавать. Если стрик отдадим под Сларка, это ГГ прям будет. Прям очень плохо будет. Но пойдет. Выжил. Слушай, тяжеловато, да, становится прям? Потому что 2x5 зашли. Тяжело, ну, да. 2x5, реально. Пока, да, тяжеловато. Но мы будем стараться. У нас кумка есть? Я уже забыл. Да. Кстати, Найкса вообще не шотнул там. Вообще ему пофиг было. Не хватило. Опа, срал в кустах. Видел? А, Рики. Пойдем. Вот этого, да? Убьем. Да. Бегу, бегу. Все накинул. Отлично. Я думаю, может, что-то для Сларка башер какой-нибудь взять. А, мне в Солар-то апать, кстати. Да, да, промах, промах, ты что? По-любому. Промах по-любому. Пойдем, Сларк, смотри, как сладко стоит. Я бегу, правда, далековато. От тебя там краш потребуется. Все, я близко, в принципе, в дистанции. Эх, не успел. Не успел просто чуть-чуть, сорян. А он в лотаре убежит. Убежит, убежит. А у меня есть в центре. Только может, если он наверх пойдет. Вон он, смотри. Вон он. Подзакрыл. Ну а тут он же ушел, скорее всего. Ладно, с ним. Вижно, не хватает немножко. Ну тут, сорян, я немножко не успел просто добежать. Да ничего, ничего. А у них тут... А, нет. Мне надо форстаф обязательно тут покупать. Да, если как 4, рекомендовано. Смотри, короче, сейчас не газуй. Аккуратненько. Догерочек, да? Отлично. Смотри, в общем, сейчас план таков. Мы идем целенаправленно на топ. Я беру ТП-шечку. Я перед смертью в артом успел поставить. Двое. Или в миду, да, сейчас. Да, надо желательно и подкилять немножко. Забрали, забрали хосту. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это, конечно, врыв там у них. Это очень жестко. Ну, чекает Рики. Да, Рики. Там не Рики, там Сларк даже под инвизом подрабатывает. Прям очень жесткий у них. Кстати, забери у Вивера хелм. Пригодится. Я пойду к топу, наверное. What would you ask of me? Походу, подо мной креветка, да? Смотри, как бежит. Ага, вот так вот. А, там еще лотар, слышишь? О. У этого. Теперь 10 секунд. Да, окей. Ну, я подсолирую как могу. Акс уже очень плотный. Там у этого, у Найкса лотар. Нет. Не у Яшина, а молнии. Но он с инвиза вышел. Ну там, возможно, этот просто. Руна. Да, рунчик. Давай к топу. Все-таки идем по плану просто. Местись на топ. Я сейчас чуть, если буду одеваться получше, я тебе буду что-нибудь запуливать. Там хилочки, ваночки. Хелм, да, ты там забрал? Типа, отлично. Сейчас сюда по-любому кто-то прилетит, телепортит дефа. По-любому. Мы его убиваем и пушим. Рики внизу. Не суетись, сейчас придут. Вон Виндра бежит уже, волосы назад, у нее нет телепорта. Она вот здесь будет, давай встретим. Хорошо, все, ломаем. О, Акс пришел еще. Еще один. Надо вам перфикейшн успеть. Я подцеплю. Крашнешь? Ну, я буду бить. Стилера тоже можем. КДшка пока. Тавр забираем. Бегу. Хорош, шотаем. Ой, хорош. Красава. Четенько расконтролили. Так, ну у нас там Сларк мид ковыряет. Я могу дать телепорт. Нет, маны не хватит. Блин, сейчас таггер от КДшца прыгну, сниму. Я пойду в мид. Ты срал. Внизу тоже кто-то. Там Рики убивает. Рики убивает, лол. Сейчас Рики убью тоже. Нет, не убью. Хватит вижена.
shall be done for my people. Ладно. Там Doom с Ларка гоняет, это по кайфу хоть что-то, да, делается? Красава. Отлично, я что-то на демедж сейчас буду, скорее всего, покупать дополнительно. Можно. For honor. Ну нормально, мы на топе сделали по плану, как вот я видел, да, вот мы сделали все четко, получилось. Так по одному еще выходили. Да-да-да, именно идеально для нас, у нас сноуболящийся персонаж, выразимся так. Подождали, пока у меня амплификация от КДшится. Второй вышел. Да-да-да-да, это самый кайф. Нам нужно пушить, у нас ситуация не очень хорошая. Для фри-гейминга, так сказать. Чтобы сидеть, Фрики кайфовать. Тут... О, гоу, если кнопку закинешь ему. Не достаю. Хотя бы виндреп их вообще. Там, правда, тебя сейчас убивать будет. Успел накинуть ему. Я немножко тебя, наверное, подзаруинил, хотя нет, нормально. Рода сейвил. Хорош. Смотри, Сларк вышел уже. И Акс тут. Давай на базу чухай. На базу чухай, да. Пойдет. Б. О, регенчик был. Ну ладно. Потом на топ, пойди под фарми. Это, а тут спортстаф рвет связку с, Ларда, с Ларка? С Ларка нет, не рвет. Ой-ой-ой, вот это я подставился. Хорошо. Вот это я подставился. Ой, как хорошо, что она не связала меня. Жесть, я с такой ситуации вылез сейчас каждый вот раз, когда прыгаю, с такой ситуации вылазю. Что жесть вообще. На встав очку. На встав очку, да. Правильно. Блин, у меня рука чешется купить рапиру. Но есть такая закономерность, как только я беру рапиру, я сразу ее отдаю. Не знаю почему. И мне кажется, я ее быстро выбью. Вот они увидели, что у меня гема, они это видел, как тетка меня там вторым загнобили. Блин, тогда просто не буду рисковать, наверное, да? Но я просто смогу шотать с любого, типа с Ларка, там вообще пофиг. Но там Найкс, это Найкс, это типа не шутка, реально. Найкс-то выгрузает. Мне кажется, я еще один гем сейчас куплю. Да. Давай. А я пока подумаю, что лучше будет собрать. Конечно, круто было бы Башер собрать, я думаю насчет Сатаника. Сила как-никак, да? Армор дополнительно. Реген, вторая жизнь. Опять-таки против Сларка не кайфы. МКБ сделаю. Безоговорочно. Дум... Будет кидать на Сларка ульт. Давай вот сюда под Вардиса пойдем. Они сейчас, они по лесу идут по-любому толпой сейчас. Внизу трое. Да, внутрь. Да, вот здесь поставь, и там будем мы ловить их. Видим. А мне нечего ставить пока. Ничего, да, ничего страшного. Тут. Вон Акс. Прыжок. Где, я не вижу. Чуть не успел. Сларк, Сларк. Амплификация есть? Да, все кинул. Ай-яй-яй-яй-яй, какой же бред. Ладно. Ой, это на, плохо. На Рике что? Я умер. Промахи тебя кинул. Ну, я умер, нет, тут без вариантов. Честь. Блин, я вниз смотрел этот момент. Не вовремя. Ну, походу, мне байбек придется, да. Вот я про это и говорил, что Сларк, это вот, типа, может Сларк потащить эту игру тем, что апнуться на раках. ГГ, 60 секунд. Но мне надо байбекаться, тут не вариант сидеть. Надо что-то делать. О, смотри. Понял? Понял. Понял. Ну, я так чисто. По дефу. Блин, жалко, стрик отдал. Сейчас очень много золота им отдали. Чарли Фуси, МКБ. ПКБ. Давай, брат. Ты думаешь, они это выиграют? Я хочу дать им в этом уверенность. Есть такая тема. У Сларка гем, кстати. Как там есть поговорка, сам, типа, лучшая тактика, чтобы выиграть войну, дать врагу уверенность в том, что он, типа, побеждает. Да-да-да. Нужно просто их тактически разводить, именно тактически. То есть, вот как я растянул, да, на топ пошли там. То есть, нужно такое. А мы сейчас тут ошибка. Если бы Акса забрали, у нас бы все офигенно было бы. Так. Половить бы их сейчас по одному. Слушай, мне я бы такой был атар бы сделал, это ж неуязвимость тотальная. По одному, да, круто было бы.
Че, про Шана можно было забрать. Так, а че это у меня один только? То есть Джавелин один на базе остался. Пойдем вот сюда. Сейчас день будет, днем полегче будет нам. Мы слепошары. Вардов вечно не хватает. Бери монету. Буду брать ее. Хорошо. Так, Рикки. Иллюзия. Значит, на меду шарится. У нас нету вижена в детектив. Попробуй Сентри сюда под ноги ставь. Пацаны фармят, они сейчас подумают. Типа такие, ну мы нападем на изи там. Щита там, где-то там. Так, на топе, да, Рикимару? Побежимся? Это иллюзия. Иллюзия? Мало дэмэджа наносит. Вон настоящий пошел. Тогда гоу мид. Прессинганем. Он вроде один пока. Через краш, амплификацию. Пробую успеть. Прыжок, краш. Давай, я готов. На заряде. Все накинул. Хорош. Слушай, если мы комбиним, мы, кажется, любого убиваем прям. Смоки еще. Так, тут Акс стоит у нас. Там это, Рикимару иллюзию гоняют. Пока у них минус, надо их убивать. Вон, смотри. Даггер КД. Жду. 5 секунд. Угу. Или Виндру, мне пофиг кого. Акса. Накинул ему все. Жесть, он плотный. Я могу умереть тут, скорее всего. Да нет, еще живой. Пойдет, живу. Или нет. Я умер, скорее всего. Если не поможешь, я умираю. Скорее всего. Кинул тебя промахи. Хорошо. Стана нет. КД даггер. Хорошо. У нас низ пушится. Надо уходить. Низ пушится. Но я еще, в принципе, дееспособный. Если амплификацию с ларпу кинешь. Кинул. Хорош. Гем выпал, беру. У нас низ сейчас будет пушиться. Снайп спрошу. Я лечу. Улетай, дефся. Но нет, ты соло, мне кажется, не дефнишь Рикимару, да? Он без тучи. Я дефаю. Главное, я дефаю. Хорошо. Просто кнопку ему даже. Он сразу кинул. Но у меня есть гем. Пропали. Если подойдешь, мы его еще убьем. Я иду. О, он на меня как раз идет. Ага, давай. Байте его, чтобы он бегал, как дурачок. Я уже рядом. Давай, хорошо, слово, пацана. Хорошо. Оп. Слово пацана не получилось. Не. А как один удар опять? Такой настолько туповатый, смотри, что даже не понимает, да? Ничего. Ты настоящий набидишь, да? Да, ну я, Антох, я просевший. У меня маны даже на панч не было. Не столкнул. Как один удар? Это имба. А убьете его под думом, там агоним еще. Он уже, по-моему, уже сгорел. Нормально все. Там он же догоняет. Я сейчас возьму лотар, и мы тут, скорее всего, уже будем заканчивать игру. Хорошо, лотар есть. Иду мид, и let's go. Так, у тебя там маны нету, да? Че у тебя по золоту? Давай я тебе по чуть буду помогать. Байбека у меня все равно нету, я тебе хилочки буду пулить. По чуть. Фарма у тебя нету как такового, просто потому что ты не киляешь. Тут киляю основное я. Хорошо. Shall be done. Можно Рошана пойти, слушай, тебе Аегис взять. Бери смока. Есть у тебя, да? Погнали. Я мид толкну, Горошу зайдем. Кстати, интересно, сколько ему сейчас стычки твои вниз влетит. Панча? Да. На фул, давай посмотрим. Только линку надо сбить. Ну, подождать придется. Или ты вторым можешь бить. Есть. Ой, доллар. Ну немного. Бери сразу. Рош, смотри, палят. Сразу забираем, поэтому. Отлично. Смока выкинул, блин, там 3 штуки лежит. Ну, кура летит. Кунка заберет. Так, не торопись. Сейчас нужно аккуратно вот здесь вот встать на клифе, возможно. Постоять, почилить, посмотреть. Может, найдет сейчас. Так, да, я... Сларк, Скади. Ну, не пробьем его, не запанчим. Есть только за краши, за несколько тычек. Сможем? Давай. Ух, как... Подожди.
А я тебя заберу. Хорош, хорош. И деремся. Кинул на снейкинг конфликацию. Ой-ой-ой, это соларом. Очень плохо. Ты под соларом. А мне не поможет это. Я могу байбекнуться. Ух, я без хп реснулся. Жесть, кунка, корабль. Линка. С Ларком очень быстро жокнули, но видишь, Акс как перевернул, блин. Ты не сдох? Нет, хорош. У меня Его. Отлично, отлично, отлично. Ну, ты слила Его, да, я понял. Сейчас мы убьем его. Можешь? Знаешь что, я бегу туда. Подойдешь? Давай, давай, он один. Да, 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 да. Он, по-моему, один. Я ему... Нет, он не... Кто-то меня палит. Он за мной прямо МХ. Подойдешь? Бегу, бегу. Бегу, бегу. Я подсбил ему. Сзади Найк. Я видел. Я без байбек, правда. Сейчас, подожди. Ой-ой-ой, ой, да ладно! Как я не выждал, прикинь? Я сдох, Антох. Я понял. Как не выждал? 4.5 секунды. Так долго. Я без байбека. Они сейчас могут выиграть игру. Жесть. Какой же это бред. Ну реально. Как так? Вроде все рассчитано было. Вот по-любому. Микро. Вот по-любому. Вот отвечаю. Жесть. Ладно, смотри. Короче, сейчас главное просто не умирать. И 5 на 5 файты у нас намного слабее. Очень, но мало шансов 5 на 5. Но мы дефнем здесь. По-любому дефаем. Без проблем, мне кажется. Я пока на вивере погасаю. Хорошо. Сильно не быкуйте. Ну смотри, вот допустим, оценивайте ситуацию. Этот на топе, этот на низу. Потенциально 3 героя может быть. Опа, Сларк. Ой-ой-ой. Почти, да? Там если Дум закидывается с Ларка, то, ну, только да, через Дум, да, и все. Ну, 50 секунд. Не-не, нормально. Только главное, вы не умрите, и все. Я тебе рекомендовал бы собраться уже взять тревел, да, чтобы ТП-шку освободить слот. И, по-любому, наверное, что-то типа... Блин, я опять-таки... хотел Кирасу собрать, но она у тебя... У меня Кираса много есть, да. Но мы можем, в принципе, если игра сильно затянется, поменяться. Я Кирасу продам. Все, мид идут они, да? Я таракана выведу. Рикимару на топе, да? Просто ты смотри, соло ты недееспособен, ты под меня полностью заточен. Понятное дело. Вот, и в этом-то проблема. БКБшка, МКБшка, Кираса. И ты можешь соло что-то нагнетать кого-то. Так, Кунка умер. Кунка умер. У этого ДД, что ли? Не-не-не, нет там ничего. Так, я резнулся. У меня еще шармлет можно поменять. Гема там нету. Меня гем. Ларк в миду. С Ларком мы шотнули, да, в прошлый раз? Вроде да. Я могу бэкстебнуть, кстати, его. Тут вард поставили. Вард поставили. У нас на клифе вард стоит. Давай, знаешь, что сделаю? Вот так, лотар, через лотар. Если с Ларку кинешь кнопку... Да, блин, как ты... Да... Ой, связал, прикинь. Солар. Солар, да? Солар. Хорошо, я живу. Нет, не живу. Не, ГГ, Антох, проиграли. Я виноват сейчас, кнопку неправильно дал. Я попробую, конечно, таракана подефить, но... Блин, Акс так вовремя всегда приходит, это жесть. Очень вовремя. Кто нажал? Да кто это юзает? Кто-то хочет быстро закончить. О, жесть. Ну, кто-то специально это юзанул. Слушай, ну надо помогать тут. Тут я хз. Мне кажется, сейчас что-то даже может сделать. Корабль пошел. Жесть. Не умирай. Хорош, давай на развороте, Антоха. И у него минус армор какой. Да, минус армор, там вообще лютый, там минус 30. Хорош, дефнули. Слушай, ну, мне кажется, тут очень что-то тяжелое начинается. Тут, понимаешь, блин, проблема, да? Вот Сларк, да, вот Сларка не убить, это же вообще жопа. А там еще и Найкс. Прикинь, это как жестко. Смотри, там прыгать могут. Виндра повезло, связала. Акс на топе, лоу хэповый. Вивера какой-то идиот законтрил. 0.15 кунка, но он хотя бы корабль дает на понижение.
И то радует. У нас сейчас с каждой минутой все тяжелее и тяжелее, блин, игра. На топе сможем? А, нет, отошла. Блин, еще кто-то варды постоянно снимает, понял? Чисто как против пятерых играем. Лол, так мы против пятерых играем. Да-да. Так, ну ладно, я реснулся. Рики в меду, да? Блин. Ну почти попал, хотел, кстати, забежать. Почти, да. Кто там, Виндра? Это настоящая Виндра. Ну, ее так убьем, ее так убьем. Хорошо. Смотри, вон Сларк. Бегу, бегу. Мне кажется, он на речку пойдет. Но меня он видел уже. Да, мне кажется, на речку пойдет. Нет, туда? Догнал его? Вард стоит, Антох. Не пробиваем. Вот так сделаю. А, я упрыгал. Все, забей, забей, забей. Не надо, не надо. Нам не нужно давить. Вот здесь бы дефнуть. Таракана вылезу. Полечу, я лечу. Там Рики. Я сейчас тревел тоже возьму. Рики, погонишься? Нет? Нет, хорошо. У меня всегда дагер. Ни спринта, ни дагера. Окей. Там еще комбо-вомбо этот, блин. Лайфстиллер, это вообще страшная вещь. Вот тут на клифе прочекаем. Я вернусь. Вот здесь кто-то варды ставит там прям плотненько. И из-за этого немножко тяжело играть. Блин, вот озадачили, да, пацаны? А я не смогу вылезти, блин, если запрыгну сейчас. Я думал на крипов. На крипов залезть. В центре там упал. Обсерв есть, да? Хорошо. Сларк армор взял, видел? Давай пройдемся, может, аккуратно по лесу как-то. Он Акс идет, он с дизармом. Хорошо, МКБ-ха есть. Ну, я не думаю, не получится, Антох, тут. Нужно как-то вот здесь вот выцепить кого-то. Тут Рики кого-то какого-то, знаешь, типа такое. Какой-то нужно грязи именно страдать. Нужно их видеть нужно, во-первых. Внизу Рики. Все, вот это наша цель. Он расплищенный, это единственный персонаж, который находится далеко. Успел. Хорош. Шо ты? Отлично. Пойдем по низу, Т2. Бегу. Как один удар? Он достал уже, не понимает, как один удар. МХ. МХ, один удар, МХ. Точно. Т2 можем, мне кажется. Дум на миду. Но единственное, что плохо, это может быть такое, что у Т2 нас могут люто встретить. Ну, Сларк на топе. Мы без дума. Да. Мы без Сларка. Вот так сделаем. На вижен. Ну, Сларк на топе. Не, мне кажется, нет смысла идти дальше. Как думаешь? Ага, да. Вон, смотри. Фрозен гоняет. Только подойдет, близко. Так, у тебя 4500, да? Я даже не знаю, вот реально, у меня такая задача, что я не знаю, что купить. Тут все предметы уже командные куплены. У меня только на ум муншард приходит. Ну смотри, давай разберем, чего не хватает тебе для живучести? Армора. А вот тут шива уже, и этот есть. Его. Я могу скади только, не знаю, купить. Не-не-не. Ну, давай, знаешь, что купи? Ты можешь, в принципе, купить либо лотус, либо ту же самую кирасу. Кираса будет более актуальна, мне кажется. Я пойдем в мид. Тогда тебе придется ее продавать. Ну, потом. Да я поменяю ее. У меня 3000 сейчас есть. Я армлет поменяю сейчас. Возможно, давай. На Тараску какую-нибудь. Либо не Тараску, а хотя бы... Скоро будет. И смоки, кстати, летят. У нас низ пушится, у меня нет телепорт. О, смотри. Смотри, смотри, смотри. Да-да-да-да. Но у него лин. А, там двое. Там, тогда Виндру. Хорошо. Сларк тут еще. Там Акс, на Акса, чаржусь. Сзади Сларк. Ой-ой-ой. Сларк, уходим. Я заберу этого, Акса. Влатар зашел, хорош. Я Акса заберу. По двоим дал. Ой-ой-ой. Дал тебе лотус. Хорошо. Не могу раскрутиться. Не вижу. Хорош, накрутился. Хорошо. Отлично. Уходим.
У нас на топе типчик. На топе типчика вообще можем просто панчнуть. Мне главное не ошибиться. ТДшка еще точно панчнем. Смотрим, куда он идет. Идет в лес. В лес. Пошел в лес. Чейси тогда его. Если что, просто кнопку накинусь. Я рядом. Опа, тут, тут, тут. Вон он бегает, 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 бегает. Ага. Хорошо. Отлично. Сейчас куплю. Кирасу. Давай. Я не стал ждать, просто решил вдамажиться, потому что у меня ни лотара, ничего нету. Так, но у меня есть продажа армлета. Имеется. Есть ты... армита. В магаз куру послал, да? Да, я отвожу. Хорошо. Я не знаю, я сатаник, наверное, сделаю. Офигенно зайдет. Как думаешь? Та-дам. Куру нашу слили. Это не наш. Слушай, Рошана убивают они. Это будет очень плохо. Пойдем помешаем хотя бы, не знаю. Кунка там корабль закинь, только мид надо запулить. Че там с курьером? Хорошо, резко. Пойдем, кнопки покидаем им. У меня, в принципе, есть слот по Даегу. Слышь, я могу попробовать даже своровать. Бегу, бегу, бегу. Застанил. Нормально, нормально. Опа, выпрыгнул. Хорош. ГГ ему. Все, мид ломаем. Яга. Была Яга? Они не сломали. Вот сами? Ну, если нужно... Я на топе вивера пока под контур. Он пол хп, у него пол хп. Сломайте тогда, я мид пойду. Только у меня слота нет. Кунка пусть берет. Мы мид пока подпушим. И не сможете, кстати, тэшку, чтобы... А, не, две стороны мы не сломаем, одну сторону надо хотя бы. Мне сатаник идет. На мид, бегу на мид. Ух ты, Рикимару меня душит. Да подожди ты. Я с гемом. О, я сдох. Да ё-моё, как же это не очень. Ну ты хотя бы дамажить начал. Эх. Раз, купил. Ну я не буду бэбэкаться. Акс в спине, Антоха. Ну корабль пошел. У меня нет байбека, я байбек не ставил. Могу прыгнуть. Забей, забей, уходите. 70 секунд хотя бы, но все равно. Что-то такое себе. Очень жаль. Блин, Дум там почти, смотри, убил. Неужели могли убить? Жесть, бред. Ну я, видишь, я подставился опять. Надо под было вместе идти. Да-да-да, я был... Тут, ну, тут моя уже ошибка. Как там говорится? Мне надо гем выкидывать. Нет, мне надо гоуст выкидывать, я слота. Да, гем не варик выкидывать. Я тараканом пока поиграю. Я сатаник, во-первых, не дождался. Ну хотя бы мы, смотри, мы очень хорошо сейчас делаем тем, что не даем им Аегис. Начнем да, с этого. Да, конечно. Вот и если низ... мы еще вместе... Смотри, и низ еще у них спушился. Если они сейчас ошибутся, еще раз расплитятся, то мы можем сделать грязь. Прям нифиговую. Смотри, что я сделаю. Пару сентрей возьму. Таракану запихну. Как хорошо, что хоть у нас вивером можно подварживать. Это отлично, они мид идут. Nike Skadi там, жесть, конечно, очень много. Я слот купил на байбек, вот не хватит. Хорошо. Так, ну у меня тоже байбека особо-то нет. Вот так смело заявить. Но есть вторая жизнь с помощью сатаника. Пока стоим, под чилим. Пуками. Да. Кинь ему кнопку. Есть, да? Линка, блин. Я виндру жмыхну. Блин, лайфстилер еще пушит. Хорош! Есть. Чуть потяну. Деремся тут. Ну, тут дотало, мне кажется, прям. Дотало, дотало. Хорошо, дотало. Сатаник есть, работаем. Виндру. Даггер будет на виндру. Хорош, Сларк. Сларк, закрой. Гем. Отлично.
Погнали. Зор, как там говорят? Все, мне кажется, сейчас... Ну, да пофиг на него, на байбек сейчас разведем. В любом случае. Сатаник офигенно зашел. Но если Рики на топе нету, скорее всего, он сейчас по речке где-то бежит. Но пофиг на него, нам главное сломать. Мы можем две стороны сломать. И заставить их дефиться по КД. Это уже очень хороший момент. Как бы он меня сейчас не убил. Подожди. Немножко схитрим. Каталашка лишней не бывает, правильно? Давай низ сразу. Не убивай крипов, сейчас треснутся мне, да, отрегенится. Окей. А, у тебя тоже сата, нифига себе. Найс, мы так, слово пацана делаем, да? Главное, сейчас нам не на кураже не заиграться. Все получится. Сейчас по топу просто можем завардить топ. Спокойненько. Хорошо. Если бы у них рез был сноубольный, мы бы могли сейчас закончить эту игру. Но у них рез не сноубольный. У них рез одинаковый. Вот, 5-4-3 секунды. Было бы очень круто. Так, ну смотри, я тараканом поваржу. Я на базу беру travel. Все, найс. Я вот купил кирасу, первый боевой. И намного предмет. Легче, да, стало прям? Да. По кайфу. Вот некоторые ребята, вот, очень многие спрашивают и говорят, а зачем ты собираешь этот артефакт, да? А типа, он же ж уже есть, да, его собрали в команде, ты рак. Блин, вот я, если честно, придерживался такой темы, вот, ну реально, вот, не соврать, не просто скажу, что там сейчас, знаете, там, типа, вот там Антоха там собрал, да, вот он ракушкой и тому подобное. Я всегда говорил, если тебе это поможет, собери. И неважно вообще, кто-то собирал это или нет. То есть есть кираса, нет кираса. Вот конкретно в этой ситуации сейчас с Лордара это очень сильно помогает. Так, там мою каталашку пинают. Ну так герой такой, что она ему прям как родная идет. Да. В любой ситуации, по-моему. Я не знаю, в какой ситуации ее можно ее пропустить Лордару. Ну, типа, просто у тебя же второе, это просто физика. В этом смысл еще. Так, смотри, что делаю. Я подваржусь у нас возле базы. И отправлю таракана на вражескую сторону. Сейчас очень главное нам не умереть. У тебя ББЦК есть, да? У меня ББЦК есть. Опа, смотри. Я кинул тебе словар. Я... Блин, ну я, скорее всего, умру. Но есть сатаник еще. Дерусь, как мужчина. Дал ему промахи, им конец. Хорошо. Поехали, покатаемся немножко. Вот тупо артефакты. Тупо артефакты, но это ГГ. ГГ изи, напишу. На характере. Все, погнали в топ. Просто Тарак... в лобовую убили их. В лоб просто, да, не зашли, при том, что амплификация жесть какая. Давай по лесу пройдемся, может кого-то на характере поймаем. Просто поймаем, может кого-то. У нас мид там... Этот... ВРК ага. Внизу один на миде, но вряд ли мы тут кого-то найдем. Не-не, он только фармил, видел? Крипы мертвые. Двое внизу, и один на миде был. Хорошо, тут я сейчас на топе никого. Вард поставлю на клиф тараканом. Ага. Я солвар продал, чтобы гем не продавать. Нормально. У нас тут вот такой еще есть помощник. Хорошо, ну мне кажется, смело ломаем. Смело прям. Да, я и тебя выделил сейчас, сорян. Оп. Чуть-чуть вот так сделаю, сорян. По идее, блин, не закрыл виндру. Ну ладно, ГГ. Хорош. Слушай, офигенно камбэкнули. Прям. О, да. Прям такое удовольствие, да, аж говно потекло по стулу. Кайф. Так, ну что, если пацан фиданешь им под колодцем? Слушай, мне очень хотелось бы. Слово пацана. Слово пацана, пацан. Не сдержал. И не сдержал, да. Они с собой гейм носят, это имба. Че, ну в принципе мы попанчили. Че, может еще кого-нибудь панчанем? Зацепил. Сларка, да, там душите? Я иду. Даешь ему кнопку? Дал. Пау. Ему уже просто как бы немножко все равно. Давай. Не достаю.
Ох, как я его пинаю, блин. Но это уже конечное, это конечно. Вот такой контент нам нужен, да? Папа. Это деду надо. Это деду надо. Ребят, ну в общем, вот такая вот у нас получилась вторая игра. One Punch Man плюс Лордар в комбинации. Очень много грязи и очень много дэмэджа. Рекомендую всем попробовать эту тему. Обязательно берите с другом, заходите в лобби, да. Создавайте каточку, играйте в пати, попробуйте эту комбинацию. Она реально очень крутая, очень много дэмэджа. И как писал Рики, эй, как один удар. Вот, так что заставляйте оппонентов немного подумать над этой темой, немного поудивляться, почему столько много дэмэджа, и пробуйте, ребятки. Ну а на этом все. Антон, тебе спасибо за то, что ты помог записать сегодняшний видос. Пожалуйста. Вот, камон, ребятки, поэтому не поленитесь поставить лайк, подписаться на YouTube-канал, ну и, конечно же, не забывайте про стримы в 19 по МСК. Ну и на этом все. С вами был Ксаназис, и до скорого. Счастливо.